Всем привет, с вами Юмилия. У Найса вышел видосик аниматоры в Among Us Go вместе смотреть. Так, толера Among Us, окей? Неплохо. Видели, там жопка была на слове Us? А, ну да, там и слово было немножко по-другому написано. Неплохая детализация. Привет. Что делаешь? Ну, я тут проводку просто соединяю, типа, ну, вот эти вот все моменты, ну, как бы, ну, что-то... Нифига себе, какие ножки подкачаны! Ну, что такое? Он... Что? Он стоял у меня за спиной и... Тебя пропесочить, что ли, а? Говори, кому говорю, говори! Что было потом? Он прижался ко мне и... А ведь даже и не поспоришь, со мной было так же! Ну, ребята, ну это же Тони, мы знаем его с детского садика! Ну, камон, ребятишки, ну что так, ну как? А это кто? Что с ним? Он забыл записать озвучку к ролику. Ну, на самом деле, я давно хотел признаться вам. Я немного не тот, за кого себя выдаю. Да я ведь говорил! Ну, сейчас я его пропесочу! А ведь даже и не поспоришь! На самом деле, я давно хотел признаться, я гей. Предатель! Погодите-ка, в слове предатель нет буквы ге. Так, ну. Я не буду против него голосовать. Если что, я полностью толерашка. Толинатор. Ну, ты понял. Ну вот, собственно... Никакого так, ну все, хватит! Хоть я и предатель, но ты настоящий предатель! Че молчал-то, ну ё-моё? Не, ну ты серьезно, ты же мой прибор видел! Ты же мне очковину брил, я думал, это все чисто по-мужски, по-братски, а ты... Что он там ему брил? Все, я импостер, выгоняйте меня! А докажи! Вот, фото. Фото? Да, реально, бритая, он не врал. Да ты не туда смотришь! Неплохо, неплохо. Так, темнокожий джентльмен оказался нехорошим парнем. Остался еще один. Погодите-ка, он сказал, брил очковину? Нет ничего прекраснее блестящей мужской зад... Тихо! Я думаю! А что ты так подозрительно возбухаешь? А тебе как будто не брил? Что? Нет! А, да? Ну... Мне тоже. Ладно, не буду вам мешать. А ведь даже и не пос... Вышел из игры! Так, погоди-ка. Мне кажется, что это какие-то игры разума. Флэшбэки! О, я смотрю, ты пиццу заказал. Отлично, а то мы как раз проголодались. О, это отсылочка на игру. Как она называется? Я забыла. Прямо из головы вылетела. ФНАФ, да, ой. Да. Но ты же говорил, что ты не любишь с ананасами, а она с ними. Ирина Петровна, она списывает. О, смотри, какая у него идеальная блестящая задница. Над ней явно кто-то поработал. Нет ничего прекраснее блестящей мужской задницы. Так, если я скажу, что у найденного тела Джонни была бритая жопа, а он бы ни за что сам ее не взбрил бы, ведь он всегда говорил, что отращивает для дредов. Выходит, что это сделано после того, как его прикончили, но тело нашли я и добряк. Вероятность, что это был Тони, высока, но я не хочу никого оскорблять, чтобы меня, не дай бог, не так поняли. Ладно, начну с того, что он закрысил пиццу, а там уже пойдет как по маслу. Да ты и есть второй предатель! Да как так можно? А, там еще игроки. Где твоя толерантность? Гомофоб! Я не хочу играть в эту игру. Сейчас осуждаю, господи, осуждаю, Боро.
то чувство, когда вроде бы и забавный видосик посмотрели, но еще мораль такая некая была. Эх. Это очень странно, что я сидела и смотрела этот видос до последнего, просто думала, может быть, в конце кто-нибудь вылезет, выпрыгнет или что-нибудь интересное скажут, или что-то появится на экране. Мне очень понравилось, было круто и забавно, и очень жалко, что здесь было так мало аниматоров. Было бы очень круто, если бы вся команда была из аниматоров, но, с другой стороны, это было бы все гораздо тяжелее нарисовать, озвучить, состыковать, плюс нужно все-таки попросить каждого аниматора записать эту озвучку, все это смонтировать, сопоставить, и сценарий было бы тяжелее сделать. Но мне очень понравилось, и было бы круто увидеть еще одну часть, может быть, чтобы были те же самые ребята, а может быть, чтобы были еще другие ребята, чтобы к ним добавились. Это очень круто. Кроме того, мне понравилось то, что тут была некая такая своя мораль, актуальная, между прочим, в наше время. В России, кстати, не особо, но в остальном мире это довольно актуально. А как вам эта анимация? Пишите свое мнение в комментариях, и хотели бы вы увидеть, допустим, аниматоров на стриме, которые бы сидели и вместе играли в Among Us. Я думаю, что это очень круто, и они могли бы это реализовать, но если, конечно, сами захотят, если у них есть такая возможность. Я вот помню, например, было время, когда аниматоры играли в Fortnite. По-моему, там был Mirby, Nice и еще ребята, честно, не помню их никнеймы, но я видела вот стрим. А на чьем канале это было? Я даже не помню, но видела, в общем, такой стрим. Было бы прикольно увидеть нечто подобное только в Among Us. С вами, как всегда, была Юмилька. Не болейте, и всем пока!